Всем привет! Вы на канале SoberVision. В этом выпуске мы посмотрим на новый вид, который появился на канале. И это Colobopsis truncatus. Давно я хотел завести себе пробковых муравьев. Долго я их искал, и вот они у меня. Выглядят они очень красиво и интересно. Первые впечатления, когда я открыл посылку, это какие же рабочие большие. По описанию, мне казалось, они будут совсем малышами, типа соленопсисов. Но в реальности, они практически как рабочие у мессоров. Второе, что у меня удивило, так эта матка была совсем небольшая. Она совсем немножко больше, чем остальные рабочие. Видимо, тут сказываются особенности жизни этих муравьев, которые устраивают гнезда в небольших полостях деревьев. И вы видите, насколько необычная форма головы у нее. Внешне муравьи вообще выглядят очень-очень красиво. Кстати, ранее я думал, что этот вид относится к роду Campanotus, но почитав поподробнее, я выяснил, что теперь подвид Colobopsis выведен в отдельный вид. В колонии таких муравьев присутствует только одна матка. Матка около 8 мм. Солдаты таких же размеров, тоже где-то примерно 8 мм. И как солдаты, так и матка имеют специфическую форму головы. Передняя часть головы у них как бы отрублена, что позволяет этим муравьям затыкать головой, словно пробкой, вход в свое древесное гнездо. Открывается вход только когда туда заходят или выходят рабочие своей колонии. У меня пока нет солдат, но надеюсь, вскоре они появятся. Рабочие такой интересной головы не имеют. Они схожи с рабочими компонотусов. В основном занимаются фуржировкой и ухаживают за расплодом. Солдаты, кстати, выполняют не только роль двери. Они еще и выполняют функцию муравьев-бочек, то есть хранят в себе еду для всей колонии. Окраска у этих муравьев интересная. Они красновато-коричневые, а брюшко и верх головы буровато-черные. В природе для гнездования эти муравьи в основном выбирают дуб и орешник. Питаются тлиным сладким сиропом и небольшими мертвыми насекомыми. В домашних условиях в качестве формикария лучше использовать дерево. Кормить сиропами и небольшими придавленными насекомыми. Температура содержания примерно 25 градусов и влажность 50-70%. Стоит отметить, что семьи таких муравьев немногочисленны и насчитывают только несколько сотен рабочих. Для этих муравьев обязательно зимовка. Это, конечно, большой минус, так как в это время наблюдать за такими красавцами особо не получится. Но ничего, ради таких отличных и интересных муравьев мы выделим место в холодильнике. Для трункатусов у меня уже готов формикарий. Обзор и заселение туда этих муравьев выйдет в ближайшее время. Ну а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели видео, и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.